Добрый вечер, Славутич. Сегодня у нас в гостях новоиспеченный секретарь городского совета. У человека сегодня первый рабочий день. Давайте познакомимся, кто она. Наталія Гантимурова, політична партія «Слуга народу». Освіта вища. У Славутичі проживає з 1988 року. Досвід роботи – 12 років в органах місцевого самоврядування, 10 років в комунальних підприємствах. Депутат Славутицької міської ради 6 та 8 скликань. У грудні 2020 року обрана секретарем міської ради Славутича. Наталя, ще раз поздравляю вас з цією должністю. У вас перший робочий день. Каково відчуття на новій роботі? Или ты еще не получила кабинет в свое распоряжение? Новая работа только несколько часов, поэтому все еще впереди. Пока только вхожу в курс работы, и входить надо очень быстро, потому что конец года, как вы знаете, будучи депутатом, сессия. Да, скорее всего, там в четверг либо в пятницу сессия, и сессия – это бюджет на 2001 год. Поэтому все очень будет происходить быстро, динамично, поэтому все будет нормально, войдем в курс. То есть у тебя такая небольшая 100-метровка, скажем, до конца года. Ты должна быть как спортсмен готова. Теперь более сложный вопрос. Смотри, 15 за, но 8 против. Трое воздержалось. Как ты будешь убеждать 8 человек, которые за тебя не проголосовали, что они сделали ошибку? Все депутаты городского совета – это все личности. Я не планирую кого-то убеждать либо переубеждать. Каждый со своими убеждениями, взглядами, он сам будет самостоятельно делать решение. Что должно объединять в депутатском корпусе? Объединять в депутатском корпусе депутатов должна работа. Общая работа, те программные задачи, с которыми они шли на выборы, и те программные задачи, которые они должны реализовывать. Общая работа в комиссиях, общая работа на сессиях, достижение тех программных целей, которые они перед собой ставили, это должно объединять. Все остальное – это личная жизнь, личные взгляды, суждения. Это останется у каждого свое. Поэтому надеюсь, что общая работа будет объединять. То есть ты не прислушиваешься к мнению секретаря городского совета предыдущего созыва, что тебе не нужно ставить во главу угла объединения? Задача секретаря городского совета – это обеспечить нормальную работу сессии городского совета, работу комиссий. Моя задача – содействовать деятельности депутата, помогать им всячески. Поэтому то, что возложено на меня по должностным обязанностям как секретаря, естественно, я буду выполнять, и отношения должны быть равные со всеми, независимо от какой политической партии прошли данные депутаты. Это все депутаты городского совета. За них проголосовали люди. Эти депутаты должны работать и иметь все права, полномочия, чтобы реализовать свои цели. Ты у меня сорвала вопрос, просто у меня был вопрос, как ты будешь относиться к 8 партий. Я так понимаю, что ты из одной партии. Есть партии, к которым у вас сложные отношения. То есть вот, когда они уже избраны, то есть ты постараешься как бы забыть, что кто-то из Батьковщины, кто-то из ОПЗЖ, как бы разные отношения к этому. И вообще на местном уровне вообще нужны вот эти вот межпартийные или партийные взаимоотношения? Ну, политические силы, они есть и будут. Конечно. Да, они есть и будут. У каждой партии есть свои задачи, свой курс, это общий курс. Что касательно депутатов городского совета, то это местный уровень управления, где общие цели. Это те же дороги, то же освещение, та же медицина, образование, работа коммунальных предприятий. Поэтому тут немножко нивелируется партийная составляющая. Но в любом случае общий курс партии, какие-то цели, задачи у каждой партии, они свои. Кто-то более проевропейский, кто-то более центристской направленности. Поэтому все мы по политическим партиям разные, но живем в одном городе, знаем его проблемы и пришли в депутатский корпус, чтобы решать эти проблемы. Ну дай бог, чтобы у тебя так получилось. Я знаю, у тебя есть опыт депутатский, но это сложно будет сделать. Ну это так, это мой комментарий. Смотри, в предыдущей каденции депутатов закрепляли за избирательными участками. Ну и славутчане, скажем, знали, что Иванов – это его депутат, Петров – это депутат там, соседнего участка и так далее. В этой каденции вы будете делать так же?
как, кстати, в шестой было, по-моему. В этой каденции мы уже предварительно оговаривали этот вопрос среди депутатов. У нас, когда мы шли на выборы, у нас было 4 округа. То есть поэтому формально можно закрепить депутатов, вот как они шли за 4 округами, разделить на 4 округа, можно разбить на большее количество округов, как было раньше. Да, допустим, что у каждого депутата были конкретные там 2-3 дома. Но скорее я лично склоняюсь к той мысли, что надо все-таки разделить город на более большие округа, и чтобы на одном округе у избирателя, у жителя был выбор. Кому из депутатов ему комфортнее работать, кому обратиться, кто будет решать эти проблемы. А возможно, депутаты будут решать проблемы сообща, тогда будет еще проще, потому что они знают, какие проблемы на округе, и тогда уже депутатская группа будет поднимать этот вопрос не один конкретный депутат, а, например, 5 человек. Поэтому по прошлому вот вашей каденции есть такие случаи. Есть жители, которым повезло, у которых был активный депутат, да, и они могли через него решать возникающие вопросы. А некоторым, к сожалению, не повезло, и депутат, который, будучи по их округу, не выполнял, не было обратной связи с жителями, не выполнял задач. Поэтому, если мы все-таки разобьем по несколько домов и будет один депутат, чтобы не получилось, что кто-то с активным депутатом, а кто-то с менее активным. Поэтому лучше все-таки, чтобы была какая-то команда, более большая группа депутатов, команда, и человек мог обратиться либо к одному, либо сразу ко всем. Тогда вопрос жителя будет решен намного быстрее и эффективнее. Хорошо. Ну, ты, наверное, прекрасно представляешь о том, что работа депутатского корпуса, точнее, работа депутата, она связана с принятием иногда непопулярных для жителей решений. Да? И вот вы готовы, уже будучи секретарем городского совета, голосовать за такие решения, и как ты будешь принимать эти решения, понимая, что это, возможно, ну, будет сказываться на твоем имидже, как-то будут неправильно воспринято, ну, людьми, вот, ну, как пример, там, Киевская область, там, Черниговская область и так далее. Мы все оцениваем ту или иную ситуацию, те или иные вопросы субъективно. Да. Вот, поэтому непопулярные решения, они будут всегда, в любом. Для кого-то это популярно, для кого-то это непопулярно, кому-то наоборот хорошо, когда оппонент принимает непопулярное решение, тогда можно условно хейтить, говорить, что вот, смотрите, если бы я был, так все бы работало и все бы крутилось. Но есть экономические показатели, есть статистика, которая говорит о том, какое решение должно быть все-таки принято. Если мы говорим о тех же школах, да, которых у нас на сегодняшний день 4 школы, например, и лицей, а детей уже в 3 раза меньше, чем было, и плюс меньше проектной мощности этих школ. Поэтому есть вопросы о том, надо смотреть цифры. Мы отапливаем воздух, да, допустим, сколько мы тратим на коммуналку, куда мы можно направить вот эти деньги. Возможно, на ремонты существующих школ, на приобретение оборудования. Поэтому это все надо анализировать и коммуницировать с людьми. Люди, если власть действует, принимает какие-то решения, то люди должны знать об этом предварительно. То есть сначала надо проинформировать людей, что вот у нас есть такие-то там варианты, например. И мы считаем, что надо поступить так. Да, то есть формально, и обговорив эту ситуацию уже в рабочих группах, в депутатских комиссиях, с людьми. Может быть, в той же газете, может быть, на телевидении, дать какую-то совершенно информацию верно. Предварительно. Совершенно верно. Да. Это все должно быть в какой-то короткой, понятной для людей инфографики, что мы имеем на сегодняшний день, к чему это приведет, или если мы сделаем вариант А, это будет вот так, если мы сделаем вариант Б, это будет вот так. И в ходе обсуждения, потому что мы все громада, мы все являемся... Ну, членами громады, все равно, каждый. В любом случае, решения должны быть приняты после обсуждения в так называемых рабочих группах с теми же громадами. Ваши 3 приоритетных направления в действиях депутатского корпуса на ближайший, ну, скажем, 2021 год. Самые основные, вот с чем у нас есть, допустим, там есть и проблемы, но в то же время есть возможность развития, это медицина. Да. Потому что у нас существующая ситуация проблемная. После
прихода на работу нового гендиректора Ярослава Вольского работа медицины начала улучшаться. Появляются специалисты, появляются новые медицинские услуги. Там есть большой потенциал для развития, учитывая размеры и мощность нашего медгородка, который, в принципе, не задействован. А в этом направлении есть много плюс. Основная проблема – это все-таки освещение и безопасность. Действительно, есть проблемы во многих местах с освещением, а освещение, отсутствие освещения – это отсутствие безопасности, все взаимосвязано. Вот. Система образования – это коммунальное хозяйство, которое находится в сложной ситуации. Поэтому на самом деле у этого депутатского корпуса работы очень много. Если я надеюсь все-таки, что сейчас вот комиссии сформированы, что депутаты приступят к работе, они будут активно работать, и поэтому слаженная работа, она приведет к желаемому результату. У нашего города есть такой замечательный новый лозунг «Славутич – город новых идей». Но мне кажется, что порой вот в погоне за новыми идеями, за какими-то эффектными, ну, как бы совещаниями, планами, мы забываем иногда, ну, наши, скажем, давние и старые традиции. Ну, я приведу маленький пример. У нас день ликвидатора в городе прошел незаметно, скажем так. Одна общественная организация возложила цветы к памятному знаку, и все. А вот я считаю, что ни 26 апреля, ни день ликвидаторов не должны проходить мимо, потому что у нас концентрация ликвидаторов в Славутиче, наверное, одна из самых высоких в стране. Как ты относишься вот к тому, что не забывать старые традиции? Я отношусь к этому положительно. Город новых идей – это не новый, наверное, уже года 4, да, этот бренд города разработан. Это наш бренд «Город новых идей». Традиции, заложенные изначально 30 лет назад еще в городе, они, безусловно, должны соблюдаться. Особенно такие, как День ликвидатора и 26 апреля. Поэтому, может быть, пандемия внесла свои немножко коррективы, но все-таки традиции должны быть, и эти праздники должны быть в обязательном порядке в городе атомщиков, как мы по-прежнему себя считаем, потому что мы хоть уже... Атомная электростанция не работает, но есть другие задачи на промплощадке Чернобыльской АЭС. И у нас много людей, около 3000 все-таки работают, это семьи. И проживает большое количество ветеранов, которые тоже должны... Ну, к ним тоже с уважением надо относиться. Благодарности. В решении многих вопросов нужно будет идти на компромисс. А вы готовы идти на компромисс? Ну, где-то уступать своему мнению. Конечно. Компромиссы, они есть всегда. Нет белого и черного. Как в жизни, так и в политике. Если я буду говорить белое, кто-то будет говорить черное, но мы никогда не найдем тех точек соприкосновения, и мы не решим данный вопрос. Поэтому в любом случае... Какие-либо договоренности, те же там комиссии, рабочие группы, это все результат компромисса, когда мы убеждаем друг друга, да, либо нам удается, мы переубеждаем собеседника, либо он переубеждает меня, например, либо же мы все-таки находим какие-то точки соприкосновения, вырабатываем общую позицию, тут компромисс с двух сторон, безусловно. Компромисс, он дает возможность более быстро и эффективно решить вопрос. Когда никто не будет стоять на своем и никаких шагов навстречу, все-таки компромиссный вариант. Компромиссы сопровождают нас всегда. Я вас немножко знаю, но тем не менее спрошу. А вы умеете говорить «нет»? Бывает очень сложно иногда. Иногда можно как бы уйти от ответа, хотя надо сказать «нет», но ты понимаешь, что за словом «нет» там будут определенные какие-то там другие действия. Вот можете вы заставлять себя говорить «нет»? Если вы меня немножко знаете, как вы думаете, я смогу говорить «нет» или нет? Телезрители вас не знают, так как я. Нет, а ваше мнение, я потом поясню. Я-то знаю, что ты «нет» можешь сказать очень резко иногда, даже неожиданно. Поэтому слово «нет», безусловно, надо говорить. Если не говорить «нет», а всегда говорить «да», ну, это будет
приводить к определенным последствиям. Да. Да? Поэтому надо уметь говорить слово «нет», но от себя добавлю, что при слове «нет» не просто категорическое «нет», а надо объяснить, почему «нет». Надо объяснить и убедить собеседника, почему это невозможно. И если это удалось, это эффективная коммуникация. Тогда человек понимает, что да, действительно, это сделать невозможно. А если нет и без объяснений непонятно почему, то это неправильная позиция. Из опыта прошлой каденции я знаю, что иногда решались вопросы на комиссиях, но они заседали достаточно продолжительное время, приходили к какому-то выводу, опрашивали людей, выясняли, выносили это на сессии, а другая комиссия категорически говорила: нет, мы считаем, что это неправильное решение, давайте его еще раз пересмотрим на сессии. Вот у вас в этом созыве, я понимаю, что вы еще как бы только знакомитесь друг с другом, но будет вот доверие к работе, ну, разных комиссий, потому что рождение недоверия к работе одной комиссии в ответ рождает недоверие к работе другой комиссии и так далее. То есть вы будете доверять решению разных комиссий? Что касательно лично меня, то доверять надо. Мы с вами работали в депутатском корпусе 6-го созыва, да. И тогда было установлено правило, что если комиссия рассмотрела, как комиссия из коллегиальных органов, из разных там представителей разных политических партий, да, если комиссия рассмотрела и выходит на сессию с предложением, просим поддержать возражение, у комиссии нет, то тогда, безусловно, мы это все принимали. Вот, поэтому я надеюсь, что в этом депутатском корпусе будет то же самое, что мы друг другу доверяем, потому что у многих представителей партии люди во всех комиссиях, которые будут коммуницировать с друг другом, рассказывать, что у них происходит в комиссии, какие вопросы они рассматривают. Комиссии будут прорабатывать эти вопросы, я так надеюсь, и будут выходить уже на сессию с проработанными вопросами без претензий, либо снимать их до повестки дня, чтобы не устраивать на сессии разборки, скажем так, мягко говоря. Можно и так сказать, где-то в течение нескольких часов, либо переносить сессию. Вот. Либо же выходить уже с проработанным вопросом, и вопрос должен голосоваться на сессии. Поэтому, естественно, рассмотреть депутат не может все вопросы разной направленности, охватить сразу все. Поэтому, безусловно, он, работая в одной комиссии, другие доверяют ему, а он доверяет другим, работая там в других комиссиях. Если есть какие-то сомнения, комиссия открыта, любой депутат может принять участие, поучаствовать, посмотреть материалы другой комиссии. Поэтому желательно, чтобы мы вышли на такую работу. Понятно, что это будет вопрос времени, потому что сейчас пришли новые депутаты, это обновленный состав. Те, кто не работали, им все интересно, а они должны познакомиться с работой, они еще не понимают, как функционирует этот механизм, работа сессий. Поэтому плюс повышенная активность, потому что кажется, что вот я пришел, и я сейчас все решу, охвачу. Поэтому тут первое время будет тяжело, будут какие-то на сессиях все-таки разговоры, больше дебатов. А дальше, я надеюсь, работа будет отлажена и уже конструктивно будут. Сессии не такие затянутые, вопросы более проработанные. Кстати, о затянутой сессии. По-моему, впервые, я, по крайней мере, не помню, в предыдущих каденциях, что было 5-е пленарное заседание, вот в эту пятницу будет, а сессия по-прежнему номер один. Вы будете практиковать вот растягивание сессии на месяц? Или это вот та же самая причина, что первый раз депутаты знакомятся и так далее, и так далее? Я бы хотела верить, что это первый раз и депутаты знакомятся, потому что одной сессии несколько заседаний, это немножко неправильно, но тут вопрос в чем? Вопрос в том, что по закону у нас на второй сессии должен быть принят регламент. Регламент, положение о комиссиях, поэтому плюс конец года бюджет у нас затянулось, выборы произошли в конце октября, с учетом всех процедур депутаты вот только приступили к работе, только выбран секретарь, только вот выбрали, утвердили составы комиссий, поэтому с учетом того, чтобы комиссии уже отработали вопросы, плюс отработали регламент, это большой документ, который регулирует деятельность городского совета и депутата, поэтому первое заседание, оно немножко растянуто, с возможностью дать возможность депутатам более там
лучше и эффективнее там, начать свою работу, войти в курс дела. У мэра есть такой замечательный пример. Он проводит приемы по личным вопросам. Я понимаю, что секретарь городского совета, он как бы объединяет работу депутатского корпуса. Но в то же время обратиться простому жителю к секретарю городского совета в какой-то степени, наверное, удобнее даже, чем искать своего депутата или не найдя депутата. У вас будут какие-то часы приема, ну, в своем кабинете? Обязательно будут часы приема. Плюс многие депутаты практикуют свои часы приема. Ну, поэтому да, информация, депутаты определятся, когда им удобно со временем. Информация о контактных телефонах, электронной почте депутатов, о часах приема, месте приема, это все будет вывешено на сайте Славутического городского совета и в социальной сети Facebook на страничке Славутовская Мирская Рада. То есть это все, безусловно, со временем это появится. Я думаю, либо до конца этого года, либо в начале следующего уже славучане будут знакомы с графиком. 5 лет пролетит незаметно, поверьте мне. А у вас есть какие-то планы, которые вот вы для себя определили, что вот за эту каденцию, за этот, ну, этот семестр, за эти годы я обязательно должна сделать вот это и вот это. И тогда, когда пойдет время, ну, скажем так, отчитаться за проделанную работу, вы будете вот оперировать определенными фактами. Это я сделала, это не смогла. Все, работой довольна. Могу идти на следующие выборы. У вас есть такие планы? Мы все шли на эти выборы политическими командами, да, политическими партиями. У каждой политической партии была своя программа, предвыборная программа. Это те пункты, которые каждая политическая сила говорила, что она хочет реализовать в этом городе. В том числе я шла с политической партией «Слуга народа». У нас была своя программа предвыборная по городу Славутичу. Мы с ней шли на выборы, поэтому наша цель, то, что было изложено в этой программе, реализовать по максимуму. Безусловно, что-то удастся, что-то не удастся, что-то появится еще дополнительно по ходу работы в этой программе. Я оптимист, поэтому я верю в то, что большая часть из нашей программы нам удастся. В том числе программа, поскольку мы живем в одном городе с одними и теми же проблемами, наши программы, они с другими политическими партиями, они тоже пересекаются. То есть поэтому формально все депутаты заинтересованы помогать друг другу в решении их программ. Я думаю, что реализовав даже там свою программу, другие депутаты тоже будут заинтересованы работать совместно, потому что где-то наши программные задачи, они будут совпадать. Спасибо большое. Еще раз обращаюсь к нашим телезрителям. У нас сегодня был дебют нашего нового проекта «Знакомьтесь, наши депутаты». Мы беседовали с секретарем Мирской Рады Натальей Анатольевной Гантимуровой. Я надеюсь, если у вас появятся вопросы, вы нам позвоните, и мы обязательно с Натальей Анатольевной встретимся. Я думаю, что у нас будет такая хорошая традиция там, минимум раз в квартал встречаться с секретарем Рады и узнавать ответы на какие-то важные вопросы с вашей точки зрения, что делают депутаты или чего они, наоборот, не делают. Спасибо, Наталья Анатольевна. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи. До свидания. До свидания.